Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Вопрос такой. Вы наверняка в курсе событий в цыганском поселке под Тулой. Они там незаконно заняли землю, и произошло это еще 60 лет назад. Построились там, жили прекрасно, да, воровали газ, ну, делали врезки в газопровод, и все вскрылось, можно сказать, случайности, да, ну. И теперь их оттуда выселяют. Вопрос, какой выход вы видите? Ведь если просто снести самострой, куда они вот пойдут? И почему, по вашему мнению, в течение 60 лет никто ничего не делал? И вот лично моя просьба, у нас в Тульской области нету перинатального центра. Вот. Прежний губернатор все хотел его сделать, но, видимо, руки как-то не дошли у него. Вот, поспособствуйте, пожалуйста, нам в этом. Обязательно переговорю с губернатором нынешним, с исполняющим обязанностями Алексеем Дюминым. Он уже обращался по этому вопросу, так же, как и по некоторым другим. Активно очень работает с членами правительства Российской Федерации, с Минфином и с Министерством здравоохранения. Посмотрим, что можно сделать и по перинатальному центру, и по другим нужным для Тулы социальным объектам. Что касается вот этого поселения, где живут цыгане, и почему там 60 лет никто не обращал на это внимания, ну, не знаю, Дюмин приехал, как-то обратил на это внимание. Ну, наверное, посчитал, что это важно и для самих цыган, которые там живут. Потому что все-таки все должны жить в рамках действующего закона, а не под дамокловым мечом возможных санкций со стороны государства. Нужно все привести в соответствие с законом. Ну и для людей, которые живут рядом. Потому что ведь этот газ и некоторые другие ресурсы, они потребляются теми, кто незаконно их использует, а платят за них другие люди. Это просто несправедливо, это нонсенс. Нужно делать это все спокойно, без резких движений. И за 60 лет там, наверное, уже все это корни большие пустило. Перегибов тоже никаких не нужно допускать. Но нужно навести порядок. Надеюсь, губернатор Дюмин это сделает. Будем ему помогать.